В этом видеоролике представлены некоторые аспекты, которые следует учитывать при выполнении операции выравнивания элементов по перекрытиям в окнах разрезов. В данном случае нам требуется в окне разреза выровнять по вертикали положение многослойной стены относительно перекрытия. Давайте выберем только стену, не добавляя в выборку расположенное над ней перекрытие, и воспользуемся командой «Редактор», «Изменить форму», «Выровнять элементы по перекрытиям». Появившееся сообщение предупреждает о том, что выравнивание произведено не будет. Для выполнения данной команды в окнах разрезов выборка обязательно должна содержать элемент перекрытия. Теперь, как видите, верх многослойной стены выровнен по нижней плоскости перекрытия. Давайте обратимся к примеру, в котором многослойная стена выступает за плоскость перекрытия. Выберем оба элемента и воспользуемся командой выравнивания по перекрытиям. Пожалуйста, обратите внимание на то, что выравнивание выполнено корректно, и низ стены оказался укорочен до верхней плоскости перекрытия. В случае присутствия в разрезе нескольких перекрытий, накладывающихся на стену, колонну или балку, которую мы хотим выровнять, операция будет выполнена таким образом, чтобы произвести минимальную корректировку исходных размеров элемента. То же самое происходит в случае, если верх или низ выравниваемого элемента располагается между двумя выбранными перекрытиями. Выравнивание производится таким образом, чтобы изменения геометрии объекта оказались минимальными. Также можно произвести вертикальное выравнивание элемента, расположенного между двумя выбранными перекрытиями. В данном примере верх выбранной стены располагается ближе к верхнему перекрытию, чем к нижнему. При использовании сейчас операции выравнивания верха и низа стены, она будет выровнена по двум ближайшим выбранным перекрытиям.